Этим ребятам мало школьных уроков информатики. Углубиться в IT-сферу им помогает код-класс. Все тот же кабинет с компьютерами, только находиться в нем можно не один академический час, а гораздо больше, сколько душе угодно. Изучение информационных технологий идет не в рамках школьной программы, а в качестве доп. Образования. В сентябре этого года код-класс появился в Староманской средней школе номер 2. Целью проекта является профориентация детей в сфере IT-технологий, подготовка детей тоже в этой же сфере в IT-технологий, а также ранняя профориентация учащихся, начиная с 1 по 11 класс. Мальчишки и девчонки разрабатывают сайты, интернет-страницы, пишут простые компьютерные программы. Все это развивает у детей логику, навыки конструирования и пространственного мышления. Помимо основных занятий, школьники из код-классов участвуют в федеральных акциях, например, «Час кода» или «Всероссийский IT-диктант». Как правило, занимаются с ребятами учителя физики и информатики. Данные занятия нам с ребятами очень нравятся. На них мы можем почувствовать себя профессиональными программистами. Также я увлекаюсь фото- и видеосъемкой. Поэтому в ближайшее время мы планируем создать видеофильм о нашей школьной жизни. Благодаря появлению код-классов в этом году на 30% увеличилось количество учеников, которые сдают ГИА по информатике. Учащиеся код-классов после окончания школы также успешно поступают на IT-направления в ульяновские вузы. Бонус для учителей – возможность повысить квалификацию. Открытие клубов дает педагогам бесплатный доступ к различным образовательным программам. Рената Льулова, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.